Привет! Всем привет, с вами я, Никита. Сегодня мы будем играть вот в эту вот игру. Вот я помню, я раньше не играл, здесь прошло очень много обновлений, это бета-версия, но не понимаю, почему это бета-версия, очень классная игра. Вот, тут, к сожалению, все заново, я помню, когда я мог играть еще за маньяка, вот. Ну, гляньте, тут в меню какая-то странная вещь, тут лагерь выживших, вот это вот все. Вот, если честно, если бы у меня сейчас была бы вебка, вы просто бы увидели, ну, лицо Сони. Потому что она... Причем она сейчас около меня, Сонька. Ладно. Ого, тут новые челики появились. Ого, так я их не помню. Повысить за... Не, у меня тут столько нет. Эх, к сожалению, у меня пока ничегошеньки нет, ну ладно. Что тут не поменять, интересно. Yes. Игра. Ничего. Храм. А тут новые еще карты появились. Вы издеваетесь, их даже разблокировать не надо. Вау. Тут теперь по рандому. Господи. А это что? Тут что теперь? Ого, тут разговаривать можно, офигеть. О, генератор. Так, ну, как тени генератора, я помню. Так. Черт, меня ударили. И тоже ранили. Сон бегает за своим хвостом. О, господи. Это Соня, ладно, допустим. Не боюсь. О, господи. Кто там сейчас был? Вот там кого-то освободили. Класс. Куда мне хиляют? О, ладно. Давайте я вебку включу, пока меня хиляют. Камера. Приветикс. What the fuck? Кого-то ранил. Буду просто орать, помогите мне. Помогите. Жесть. Один этот остался. Кого-то... Нет. Кто-то умер. О! Ура!
господи. Почему так долго хиляется? Ну ладно. Я же новичок. А помню, как я раньше мог быстро хилять. Ну тут много чего изменилось. Теперь тут долго. Один генератор остался. Нет, она сейчас убежит. Мы проиграли. О, кстати, награду мне много дали. Такс. Уровень. Пока что не могу. Че это требует третий уровень? Химик-любитель. Жалко. Я, знаете, наверное, эту игру удалил, знаете почему? Потому что я эту игру уже всю прошел, мне в ней нечего делать, поэтому я ее удалил, походу. Так, личная Дима, Мария. Ладно, начать игру. Не знаете, ник бы поменять. Ник, можно мне поменять, пожалуйста? Про Дима, о нет, только не про Дима. Знаете, такая, это мне не нравится. Мне не нравится подвал. Вот в подвале я уж привык играть. Или в бункере, что это там. Ой, это место помню. Чего? Про Диму. Мне как кто-то немного ударил или что? Фух, каким образом вообще от маньяка, ну, у нас получается от него убежать. Они ого, у него вот это была штука. Да-да-да, я помню, у меня такая штука была для ослепления. Помню, их было, но вы больше у меня ее нет. Зря. Потому что не зря. Это не меня спасает, я думаю, меня. Ну ладно, хотя бы одного спас, молодец. Волока убили. Кстати, следы не оставляю.
вдвоем остались. Да хиляй ты меня, есть сейчас время. Ты меня хильнул. Да помоги ты мне. Ну что, издевается? Хмынул, чтобы он умер. Не выиграл эту катку. Ломоносов. Кстати, я помню, когда я эту игру все прошел, я так и не понял, как поменять тебе ник. Вот гляньте, у них всех есть нормальный ник, у меня одного плеер. Издеваетесь? Ну, издевается жестко. Сюда я, интересно, могу пойти? Удрацьте! Картина Кэт. Гляньте, мы все втроем, давайте держаться вместе. Ого, кто-то генератор починил, кто-то вообще там чуткий пацан. Не пацан. Не знаю. Давай вместе мы еще быстренько починим. Так, два генератора осталось. Бежим. О, все четвером, все четвером. Отлично. Я не хочу отставать, я боюсь. Все прямо четкие, пацаны. Мы рассоединились. Так, никого не ранили, отлично. Один генератор остался, вот он, мы его чиним как раз. Изи. Я. Ух ты ж. А, оценить? Да нет, спасибо. Фуф, так, с уровень я могу себе прокачать. А, так тут еще время идет. Ускорить, завершить. Давайте за рекламу завершим, что ли. Прикольно. Вау. Классно, ножом. Отлично. О, тут 1000 стоит, господи, бери. Так, у меня какой левел? У меня левел? Эл.
Так, уровень второй. Умение нужен третий. Джек получает возможность создавать энергетики в мастерской. Понятно. Мастерская, я сейчас покажу, если что, где она. Вот мастерская. Энергетики. Классно. Ладно. Все, сваливаем отсюда. Лагерь выживших. Ну и старт. Что сказать. Всегда забываю ник поменять. Ну я не знаю как то. А, тут можно выйти, ё-моё, точно. О, спасибо. Так, где тут что про них говорится? Алло, инфу. Ну что, как-то ник можно поменять. Алло. Чё это? Опа-на. А раньше, я помню, такого не было. Так, давайте напишем. Не знаю, по-русски можно или нет, но я не видел ни одного русского. Ну ладно. В принципе, это логично. Недоступные символы. Ясненько. Значит, мы делаем так. Не. Такс. Ники. Да. Доступные? Доступные. Вроде теперь все. Хорошо. Надеюсь, эта игра вам зайдет. Вот, ну а мы продолжим дальше играть. Е! Ник сохранился. Ох ты ж, тихо. Вот это очень жесткий маньяк, если честно. Опа-на. Ура! Бункер! Вот в бункере я разбираюсь. В бункер я. Всю карту наизусть знаю, если ее не изменили. А, по-моему, ее не изменили. Отлично. Да-да, ее не изменили. Помню эти места. Ое. Здесь я очень хорошо играю. Знаю везде, где что находится. Да-да-да, я помню, здесь есть это. Я помню, я шарю. Я помню то, что генератор здесь находится. Биться вообще на другой стороне карты. Так, давайте я чиню, я чиню. Юдочки зарабатываю. Так, я немного слышал, как там сердце стучалось. Ну ладно. Давайте, пацаны, два генератора. Ага. Вон там. Он, по-моему, ко мне бежит, блин. Так, ну здесь, мне кажется, генератора не будет. А, ну, есть, его починили. Фух, не зря оттуда убежал. Он как раз туда сейчас и побежал. Генератор починит. Починит. Фух. Он за мной бежит.
ты так орешь? Фаталити. Я хочу одному оставаться в жестоком мире. Фух, это было жестко. Нифига себе, мне много денег дали. Не, ну конечно. Спасибо. Это у меня сколько денег? 2000, Сократить давайте. Сколько видео длится? Ну, 22 минуты, ну что, нормально. Не знаю, по этой игре делать стрим или только видео. Завершить. Ей. Так, а я еще могу улучшить, кстати. Ну не, подождите. Уже на целый час, господи. Я хочу еще кое-что сделать. У меня либо второй, либо первый левел. Требуется умение. У меня, по-моему, второй или третий левел, я не понял. Какой? Джек третий уровень, да? Нет, или это улучшить до третьего уровня, я чуть не понимаю. Умение купить. А, да, блин, мне не хватает. Надо, да, давайте улучшим вот эту вот на час. О, господи. На целый час. Ускорить. Изи. Не, три каких-то непонятных печатей. Могу я вам сказать. Ладно. Так, это за 2000. Ладно. Акция. Акция тут вот за эти вот денежки. Ого. Ничесь. Это жестко. Забрать за рекламу 500 монет. Ну ладно, давайте. Ладно, пока что я поставлю на паузу, вам это неинтересно не будет. Так, я вернулся. Давайте уже, в принципе, играть. Софа. Я против соф. Ну, теперь уже, конечно, нет. Боже. О, нет, только самая моя нелюбимая деревня. Ой, карта, это вот как раз деревня, помню ее. Только не она. Погнали. Починили. Он быстро чинит. Блин, зачем я это сделал?
за нами не побежал, хотя нас тут трое. Странно. О, у нас тут это многовато. Вот тут генератора нет. Ничего себе. Стоп, здесь эти пленники оказываются, ого. Не ожидал такого, честно. Мне же, по идее, не здесь, но обновление прошло, что сказать. Не, ну он быстро чинит генератор. Просто такой скин. Молодец. Блин, зачем я кричу от страха? Блин, сорян. Просто дебил, поэтому кричу от страха. Почему я кричу от страха? Наоборот, из страха, что нужно быть очень тихим, а ты орёшь от страха, как бешеный. Ну как зря мы туда идем, но я пойду. Блин, зачем я от страха ору? Я бы на его месте, там пацана ударили, я бы на его месте бы все равно побежал бы на свободу. Но он что-то странный был. А, давайте посмотрим рекламу. Так, я вернулся. Ой, мне 2000, отлично. Повысить я, наверное, не буду, я лучше энергетику сделаю. Вот эту вот. Ускорить. Все, отлично, у меня есть энергетик. Ура. Блин, что мне с этим энергетиком делать? Реально, а что мне с этим энергетиком теперь делать? Ну, у меня есть энергетик, ну и что? Вот у тебя Ская. Улучшу, у тебя смысл улучшения? Не, и можно мне энергетик? А, все. А, он чудес, блин, будет. И привести сейчас. Ставлю на паузу. Все. Так. А, он еще будет? Так я могу еще произвести один. Давайте произведем. Ладно, на этом я решил видео закончить. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.